сила человека – это любовь. И она мчит его из века в век. И сила любовь рождает человека и рождается в нем тогда, когда гармония его созрела. То есть любовь – это и есть не что иное, как гармония. Вот как только человек созрел в гармонии, да, как только энергии гармонии, единения, да, в душе у человека созрели, тогда только человек готов к реализации и к активизации и реализации через себя энергии безусловной любви.